6 декабря в Музее истории КФУ состоялись 10-е юбилейные бусыгинские чтения. Евгений Бусыгин, профессор Казанского университета, директор Центрального музея, музыкант, в университете в одиночку начал восстанавливать этнографический музей, который был уничтожен в 1941 году в связи с обустройством в него помещений физической лаборатории. Он в себе воплощал, казалось бы, совершенно несовместимые вещи, да, высокую науку, причем настоящую серьезную науку. Он был этнографом, был новатором, он разработал множество весьма любопытных методов, он воспитал более 100 кандидатов наук и нескольких докторов, ну и самое потрясающее, что он свою карьеру начинал вообще-то как профессиональный музыкант. Заслуги Евгения Бусыгина действительно значимы, он учил многих и многому. КФУ торжественно вспоминает своего именитого наставника. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.